Добрий вечір. Інформаційний вечір на п'ятому каналі продовжує свою роботу. Всім кажу мої вітання, і ми почнемо розмову. В студії Ахтем Чийго, заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу. Доброго вечора. Добре. Україна живе в режимі різдвяних свят. Україна живе в цікавий історичний період. І, можливо, несподівано, але вас, як представника кримсько-татарського народу, як мусульманина, хочу запитати. Ваше ставлення до Томосу, ваше ставлення до тих історичних процесів, релігійних процесів, які зараз відбуваються? Це дійсно дуже важливе событие для нашого государства. И вот обретение еще одной формы независимости для нас это тоже очень важно для крымских татар. Мы все эти годы, вот с момента обретения, развала Советского Союза, мы активно участвовали в этих успехах нашей страны. Мы всегда хотели, чтобы украинский народ, он исторически нам близок, он культурно нам очень близок, у нас очень много общего. И тут нет вопроса различия религий. Тут есть совместная борьба, совместное будущее. Поэтому я знаю, что в Крыму вот с таким вот, знаете, с такой надеждой, радость – это надежда. Восприняли этот успех, очередной успех нашей страны. Это ведь еще один шаг к деоккупации Крыма. Знаєте, в цей час, кінець 2018-го, початок 2019-го року, багато разів повторювалося з найвищих трибун про те, що українська влада зобов'язується забезпечити рівність церков, зобов'язується забезпечити свободу віросповідання, те, що записано в Конституції. От як ви вважаєте, спекулювали в Україні цією тематикою? Вот все, что, с чем сталкивается Украина, украинский народ в борьбе за свою историю, да, за свою культуру, оно как и на нас отражается. Мы точно знаем, что украинский народ, достигнув в этих вопросах своей идентичности, успехов, ну, всегда поддержит нас. Кто против выступал? Те, которые против нас выступали, то есть те силы, которые ориентировались на то, чтобы Украина не была успешной, чтобы больше пророссийского, да, вот такого было, чтобы вот не было исторической такой памяти у народа. То же самое и с нами происходило. И сейчас, к сожалению, эти же силы в Крыму против нас работают и уничтожают нашу историческую память. Поэтому здесь мы вместе противостоим этим силам. Мы доверяем украинскому народу, мы доверяем сегодня президенту и той новой власти, которая пусть сложно, пусть неоднозначно, но обеспечивает этот успех в нашем государстве, а значит и наши интересы будут соблюдены. Розумію, що Різдво – це все-таки християнське свято, і ви, очевидно, його не відзначаєте, але Новий рік – це світське свято. Ялинку ставите в себе вдома, прикрашаєте? Які традиції тут у вас повторюються? Ми в більшості своєму не такі ортодоксальні. Ми називаємо себе соблюдаючими, тому, звісно, багато з нас ялинку ставить, і цей праздник – празднуем как Новый год. А вот что касается праздников религиозных наших братьев, здесь, в Украине, мы очень активно участвуем. В Крыму немного сложнее было, потому что вот в той группе оказывались вот все те, которые на сегодня и показали себя врагами нашей государственности, да, Украины, целостности, врагами нашего народа. И мы себя некомфортно чувствовали. Были как бы их праздники и наши. Но что касается таких порядочных православных деятелей, да, были такие тоже в Крыму, они сейчас в тени, не на переднем плане, мы совместно проводили. А вот в Украине нам проще. Почему? Потому что мы себя не чувствуем вот, разделенными вот, по такому принципу. Мы активно и поздравляем, и участвуем во всех этих мероприятиях. То есть вы ходите на Хрещатик, когда там да, все прекрасно, да, и да, чувствуете себя раньше выходили. Радостно и комфортно. Я даже, мы с женой часто вспоминаем, мы раньше, когда приезжали в Киев,
еще до оккупации, если проходили какие-то мероприятия, мы случайно становились свидетелями, мы в общий круг становились, и мы поймали себя на том, что мы здесь не чужие. Вот в Крыму это ощущение, вот такого ощущения не было. И время показало, к сожалению, все те, кто спекулировал на таких религиозных факторах, да, на политических, они разделяли нас с тем населением, которое жило в Крыму. Сегодня оккупация, вот через такой тяжелый путь, и это мы проходим. Как вы знаете, сейчас вокруг крымских татар, вокруг меджлиса, вокруг активистов все больше и больше местное население сплачивается и вот в этом протесте, вот в этом сопротивлении. Яким був 2018 рік для вас особисто і для кримських татар? От це рік вашого повернення в Україну, це рік багатьох змін. Можете якісь найважливіші такі реперні точки назвати 2018 року? Я думаю, що 2018 год він оказався от таким от знаковим. От уже не було ощущення, що буде. Что будет дальше с Украиной? Вот это как было в 17-м, 16-м, я уже не говорю про 15-й и 14-й. Уже четко вырисовывается вот тот путь, и успехи есть. И Украина уже заняла достойное место на международной арене. И мы также ощущаем силу Украины, ее независимость в прямом смысле этого слова, и ее... вот такую, знаете, целенаправленность. И когда теперь говорят, мы Крым не отдадим, мы обязательно вернем, вот теперь эти слова вот смыслом наполнены. Вот так ощущают крымские татары, которые в Крыму живут. Мы же здесь, вот в частности, я, он очень активно прошел, но прошел в такой вот совместной работе и с президентом, и с МИДом, и с общественными организациями. Очень активно и быстро прошел. К сожалению, есть какие-то вопросы, которые, конечно, хотелось бы в этом году закрыть. То есть хотелось бы, чтобы к концу года освободились наши, там, скажем, какая-то группа политических военнопленных. Но этого не случилось, і от це залишає, звісно, неудовлетворенність. Знаєте, наприкінці 2018 року відбулася подія, яка, ну, з одного боку, є дуже неприємною для України і для українського політикуму, для українських громадян. З іншого боку, вона підняла на поверхню питання, які почали, ніби про які менше почали говорити. Я говорю про агресію в Азовському морі і в Керченській протоці. Коли це сталося, Україна знову стала перша на вустах у світових лідерів, у Європейському Союзі. І я пам'ятаю, що Клімкін після візиту в Брюссель, після переговорів, почав говорити, що європейці знову згадали про те, що треба відстоювати не тільки Схід, а й Південь України. От Південь України – це дуже чітко пролунало. Що для вас ці події і цей сигнал? Я вже як-то говорив, що от через такие трагические события Крым будет всегда на первом месте. И Путин не позволит европейским лидерам, не позволит оставить на какой-то план, на задний план Крым. Он сегодня маниакально смотрит на вот это международное право, да, вот на консолидацию Украины с Европейским Союзом, с НАТО. Он в этом видит угрозу, и он ни с чем не будет считаться, и будет нам время от времени эти трагедии, к сожалению, подбрасывать. Да. Крым, мы разговаривали с МИДом накануне, и мое мнение такое, пусть это не будет для кого-то жестко звучать, если только мы будем концентрировать свое внимание узко только по факту освобождения политзаключенных, отдельно которых в нарушении закона там берут в плен, да, мы, к сожалению, не будем иметь успеха. Вот именно ставить вопрос Крыма на передний план, потому что все эти трагедии,
именно с Крымом связаны, и они будут дальше. Ну, освободим мы еще нескольких. Для нескольких семей мы как бы сделаем радость. А для сотен тысяч живущих сегодня в Крыму это каждодневная трагедия. Она иногда имеет более жестокий характер. Крым должен вернуться уже не просто в информационное поле и в обсуждение. Он должен стать площадкой международных переговоров. Тогда мы принудим Путина вынужденно делать ряд шагов, в том числе по освобождению наших и политзаключенных, и военнопленных. А на вашу думку, агрессия в Азовском море и эти все наступные кроки, які, арешт наших моряков, сейчас они находятся в Российской Федерации, они увязнены, это провокация, или это подготовка до Великой войны? Потому что одразу, когда это сталося, и Рада национальной безопасности и обороны, и военный стан, і реакція світу – це події, низка подій, які є дуже тривожними. Що ви скажете? Не треба искать логіку в действиях Путіна. Это манера поведения такого уже обнаглевшего бандита. Поэтому вот до этого несколько раз все, что случалось в экватории Черного моря и Азовского моря, а фактически это с Крымом было связано, какие-то инциденты, может быть, они не имели такой горячий характер. Помните, наших рыбаков задерживали, там судно задерживали. Это все шло вот с нагнетанием того, что что-то произойдет. И сейчас не исключено, что могут быть еще более серьезные. Другое дело, мы к этому, и мир уже видит, что Россия не будет возвращаться в какие-то цивилизованные рамки поведения. Не будет этого. Путин, еще раз повторяю, таких шансов никому не даст. Значит, мы должны понимать, что борьба, она подразумевает, борьба за Крым подразумевает, что будут, к сожалению, еще какие-то события. Ведь, поймите, вот когда 20 там, детей убили, расстреляли, это ведь не следствие того, что какой-то там безумец, маньяк или какой-то убийца это сделал. Общая психология сегодня, атмосфера в Крыму вот такая. Никто из семей граждан Украины не защищен и не гарантирован в том, что это не коснется чью-то семью. Поэтому мы должны бороться за Крым. Вот тогда мы обезопасим наших граждан. Милитаризация Крыма. Експерти про це говорять, про те, що Путін стягує туди і додаткових військових, і додаткові військові судна. Яка у вас інформація, з чим це пов'язано, на вашу думку? Ну, я думаю, що вже всім зрозуміло, що Крим – це такий остров, зона для того, щоб напрягати весь Чорноморський регіон, Європейське Содружество. Тому сегодня мы имеем информацию, что военных очень много, до 100 тысяч. И они очень по всему Крыму бросаются в глаза. Естественно, по сравнению с прошлым, это очень заметно. Причем их активно там обустраивают. Но я не думаю, что это должно быть каким-то вот таким посылом безнадежности в вопросе возврата. Я имел возможность в Крыму быть в советский период, и такую милитаризацию советского периода, я думаю, что Россия даже не осилит, понимаете? Угу. Поэтому он демонстрирует это и рассчитывает на то, что, к сожалению, есть такие политики на Западе, которые вот этот фактор считают чуть ли не самым главным в том, чтобы вопрос Крыма отодвинуть. Я думаю, мы должны демонстрировать свою решительность. Вот вокруг нашей решительности, нашей силы будут и европейцы консолидироваться в вопросе давления против России. Украина вступила в процесс выборов. Передвыборная кампания началась. Крымские татары. Зрозуміло, що комунікація з блоком Петра Порошенка, з цією політичною силою. Скажіть, будь ласка, як на вашу тему реагують інші політичні сили в Україні? Зокрема, Радикальна партія, зокрема, Самопоміч,
зокрема Батьківщина, ну фактично всі, хто є в парламенті. Хто дружній зараз до кримських татар? Вопрос кримських татар многі з них не піднімають, но при этом і что-то против не говорять. Но тут вопрос не стоїть в нас, кримських татарах. Если вы заметили, большинство из них вопросы Крыма обходят стороной. И больше стали, вот особенно в конце года, чем больше успехов стал делать наш президент в вопросе достижения нашей страны, тем больше у них сейчас явный такой психоз, истерия пошла, и реваншизм прям налицо. То есть курс диаметрально противоположный они демонстрируют, нежели действующий президент. Так вот, в этом вопросе, думаю, что мы эту истерию пройдем. Мы верим нашему президенту. Я знаю, что крымские татары, они умеют быть порядочными и оценивать по достоинству то, что делает сегодня президент нашей страны. Мы многих видели. Но Порошенко мы оцениваем по достоинству. И мы с ним ассоциируем вот те шаги по деоккупации Крыма. Именно с ним. Остальные политические силы в этом вопросе не просто плавают. Они его за скобки выносят, называя в основном все таким непонятным не только нам, и самому украинскому народу словом «борьба за мир» – это что? Мы что сегодня? Мы воюем за свои территории, за свою независимость. Как можно говорить о мире? Тогда нужно оставить наши территории. И то это не будет фактор того, что у нас на территории в Украине будет мир. У нас сосед не предполагает с нами мира. Я не знаю, чи заглиблюватися в цю тему, але давайте спробуємо. От я не буду зараз аналізувати там перемога Тимошенко, перемога там інших кандидатів. Але якщо переможуть спадкоємці партії регіонів, це опозиційний блок, це різні відколоті частинки тієї партії регіонів. Як ви собі уявляєте повернення Криму? Мустафа сказав, що вибір буде між Порошенко і Путіним. Всі остальні між. Это все равно имитирует позицию Путина. Мы видели, как кончают президенты в нашей стране, которые не уважают национальное достоинство своего народа. Я даже не рассматриваю вариант прихода кого-то на какой-то волне. Сегодня думаю, что эта истерия тоже связана с тем, что они очень проигрывают действующему президенту. И чем ближе к выборам, тем больше будет эта истерия, потому что реально каждый свои шансы будет оценивать. А президент сегодня, он сделал ряд таких значимых вещей для достижения вот истинной независимости, и он войну ведет. Он как полководец, как главнокомандующий войну ведет. Поэтому думаю, что народ Украины по достоинству оценит это. Ну, на тлі цієї війни давайте поговоримо про конституційні зміни. Значить, було послання делегатам Курултаю від президента України Петра Порошенка, це було також наприкінці 2018 року, і було сказано, що в найближчий час Конституційна комісія розгляне проєкт змін до Конституції стосовно статусу Криму. Чи відомі вам уже певні напрацювання, наприклад, статус Криму, назва, мова, як буде формуватися виконавча влада, як вона буде називатися, який відсоток кримських татар в виборному органі майбутньої кримсько-татарської автономії. Я так її зараз називаю, можливо, це буде і не так. Розкажіть. Вопрос дискусійний, нескольких варіантів, тільки названня Криму. Є позиція автономная национальная территориальная
Есть позиция Крым. Все остальные вопросы уже дискуссию прошли, и они четко прописаны. То есть представительство 1/3. Угу. Кримські татари 1/3. В Кримській Раді, в Верховній Раді Криму, як так, це буде? Так, в Верховній Раді Криму. Що стосується статусу Меджлісу, Хурултая, то есть там есть ряд прописанных необходимых процедурных вещей, в том числе и по принятию внутренних там, нормативов, то есть закона о выборах в Автономной Республике Крым, формирование там, правительства и так далее. Все должно происходить с учетом мнения Национального съезда крымских татар. Все эти вопросы и по языку, и по полномочиям Крыма, и по, по взаимодействию с Украиной, да, с центральными органами власти, все это дискуссионно уже прошли, эти все вопросы. Тут остался вопрос, чтобы вот эта наша Верховная Рада Украины готова была голосувати за ці зміни до Конституції. Да, так. На вашу думку, це буде нинішній склад Верховної Ради чи наступний? І як ви зараз відчуваєте, наступний склад Верховної Ради буде готовий відстоювати конституційні зміни? Я думаю, що всі повинні розуміти, що ми цим питанням ніколи не спекулювали, і тим більше зараз, в період війни, спекулювати не будемо. Але ми знаємо, мы встречались с президентом, и президент понимает важность этого вопроса и внести эти изменения, начинать, во всяком случае, с этим парламентом. Мы расцениваем изменение статуса как очень серьезный шаг к деоккупации Крыма. Мы рассматриваем изменение статуса как очень большой стимул для крымских татар в столь тяжелый ситуации, как находиться в оккупации. Мы рассматриваем это как акт высшей справедливости. И это все в руках сегодня Украины. И поэтому президент это понимает, и президент демонстрирует желание уже начинать его рассматривать. Другой вопрос, что выносить это в Верховную Раду Украины для того, чтобы просто вынести, ну, не совсем правильно, и президент тоже в этом прав, что, вынося вопрос, мы должны вместе победить. 30 мільйонів гривень на потреби кримських татар, які проживають на тимчасово окупованій території в Автономній Республіці Крим. Як ви оцінюєте такі бюджетні асигнування? Абсолютно непонятно, недооценка той ситуации. Ранее в бюджет закладывались цифры в разный период до 200 миллионов гривен. Сегодня необходимость в бюджетном финансировании ряда программ по крымским татарам намного превышает. Мы подавали предложение порядка 100 миллионов. В основном это связано с направлениями, которые бы гарантировали бы вот в этот переходный период до деоккупации создание и в вопросах информационной защиты, да, вот мы говорим, там есть опасность, да, что невозможность в этом вопросе иметь влияние на Крым. Мы ряд таких программ разработали, к сожалению, они не вошли в бюджет, но будем работать на 2020 год тоже. Такі реалії 2019 року будуть, так? Я можу привітати вас лише з Новим роком. З Різдвом вас вітати не можу. Але можу привітати з днем народження, який був 14 грудня. Місяць ще не пройшов, тому це зараховується, що ще можна вітати. Так що я від себе особисто, від нашої редакції вітаю вас. Однак Ісус – це наш пророк Іса. І ми теж в цей день поздравляємо з рожденням пророка. І я вам дякую. Спасибі за інтерв'ю. Ахтем Чийгоз, заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу, був гостем інформаційного вечора. До побачення. Дякую за увагу.